Сегодня сделаем настроечку сейчас, да, на этот день, замечательный день, ребята. Каждый день у нас будет настройка, сверка часов для того, чтобы делать великие результаты. А что делать, ребята? Зажигать сердца. Зажигать сердца, создавать новых интеллект-тренеров, создавать новых лидеров в наших командах. Да, у нас друзья, чтобы новые такие появлялись, соратники, которым что? Интересно проводить тренировки Суперджа, правильно? Интересно быть вот в этой идее, интересно делать людей счастливыми. И таких людей, кстати, очень много. Заметьте, все делают просто через разные, ребята, продукты, какие-то услуги стараются сделать. А у нас прям, ну, прям прямая дорога, да? Ну, прям прямая, да? Развивая человека, развивая эмоциональный интеллект, чтобы человек был стрессоустойчивый, яркий, уверенный, харизматичный, умел проявляться, умел выступать публично, да, был более сдержанный, стрессоустойчивый. Да? Вот это прям как доктор прописал сейчас всему человечеству. Да, друзья, дайте лайк, огонечки, ребята, так ведь это, да? И наши тренировки Суперджамп действительно, они не просто, ну, дают настроение там, да, то есть, ну, настрой, хорошее настроение, ребята, они дают конкретные твердые инструменты, как поддерживать этот вот настрой, да, настрой человека. Человек, чтобы был настроен на каждый день, да, вот этот расстроенный человек, сил нет никаких, да, настроенный человек, настрой, ребята, вот как, да? Вот все люди говорят, ну как мне к вечеру сохранить эту энергию? Как мне к вечеру сохранить? И сегодня день такой, да, важный. У каждого человека важный день, каждый день. Ну вот как, да? Суперджамп отвечает четко и внятно на все эти вопросы. И не просто отвечает, да еще и тренирует, да еще создает среду, чтобы всегда тренировать ментальные привычки, ментальные навыки высокоэффективных людей. А то есть это доллары к миллионерам, миллиардеров, счастливых людей, долгожителей, ребят, да, людей, которые живут счастливо в семьях, в отношениях с любимыми женщинами, мужчинами, то есть, да, со своими, то есть, да, в семьях, с детьми, с родителями. И я знаю, что все, кто практикующий интеллектуалы, вот, у того дома, ну, творится гармония, ребята, то есть, да, и благодать, ребята. Так, ребята, у вас, дайте лайки, гайнички, ребята. Да? Действительно, то есть, когда я смотрю тоже на вот эти отношения со своей любимой женщиной, со своими детьми, с родителями, я понимаю, как это нужно сейчас всему человечеству. Да? Вот это спокойствие, вот это благополучие в семьях дает потом благополучие, ребята, в наших городах, ребята, в наших странах и на всей планете Земля. И это начинается с каждого человека. И вот это уникально. Ну как не зажигать сердца, ребята? Ну как не создавать новых учеников, ребята, те, которые проходят Суперджамп тренировку? Ну как не создавать там новых мастеров, про, а самое главное, фаундеров, ребята, лидеров, которые берут ответственность. Ответственность, ребята, берут эту силу огромную, эту методику и несут ее в массы. Несут людям, то есть, да, в свою семью в первую очередь, да, в своем городе, ребята, своим друзьям, знакомым, а потом, ребята, распространяют на весь мир. И таких у нас лидеров очень много, кто берет такую ответственность, говорит, я хочу, да, я создан для того, чтобы сделать мир лучше, я хочу быть причиной того, чтобы люди были счастливы вокруг меня, во-первых, то есть, да, в моем окружении, да и вообще, то есть, в других семьях, в других странах. И вот это прекрасно. И это, я считаю, что это великие лидеры. Лидеры нового поколения, ребята, которые вот рождаются сейчас у нас здесь. И у нас эта среда, которая действительно это делает. И, ребята, быть фаундером, быть суперинтеллект-тренером, это значит, ребята, выбрать на 1000%, не на 100%, да, ребята, а на 1000%, всем своим сердцем этот великий путь. А создавать, ребята, создавать суперинтеллект-тренера, да, супертренера, который создает суперинтеллект-тренера, да, передает эту ответственность, передает вот эту идею нашу, огромную большую идею спасти весь мир, человечество от надвигающейся экологической катастрофы, ребят, спасти людей от ментальных страданий, построить компанию номер один. Это идеи наши, это вот огромные цели, великие цели, да, прославить профессию педагога, наставника, ментора на весь мир, ребят, да, это вообще великие люди, те, кто создает таких супертренеров новых, это легенды, о которых будут слагать, ребята, то есть, да, легенды, ребята, в семьях, в странах, ребята, и на всей планете Земля. Учтите этот момент. И кто начинает, ребята, разгоняется, кто больше это делает, тот, ребята, всегда, то есть, ну, как бы вот, ну, проживет жизнь, вот, ребята, ярко, ребят, не просто всегда, ребята, а проживет ярко, интересно, и все у него произойдет, ребята. И вот смотрите, на этой неделе у нас просто колоссальная промо.
Да, и у нас что на этой неделе, ребята? Мы назвали так «Черная пятница», ребята. Я хочу сказать так, это слово мне немножко не нравится, то есть, да, я хотел бы так сказать. Давайте мы эту «Черную пятницу», которая сейчас везде идет, ребята, да, перед Новым годом, под всякие подарки покупать и так далее, сделаем ее светлой, ребята, да? А как, друзья? Будем зажигать сердца, чтобы у нас светлячки такие в этой пятнице оказались, да, светлые, лучезарные люди, которые... А я уже счастливый. То есть, а я уже богатый, а я уже великий, то есть, да, чтобы он уже вот так вот, да, и уже покупал подарки своим родным, близким, ребята, ну, не с таким рвением, то есть, и сумасшествием, как это делают многие люди, то есть, да, сейчас, ребята, хорошо? Создавать этих светлых людей в этой черной пятнице. И у нас действительно сейчас очень привлекательные цены на мастера, на про, а самое главное, на супера сейчас, да, и я хочу напомнить, что у нас ценность наша будет расти, ребята. К Новому году будет еще подъем, ребята, и дальше будет подъем, ребята, да, на ценности наших, ребята, наших статусов, да, клубных статусов Суперджамп. Поэтому учитывайте момент, не упускайте шанс быстро сейчас зажигать сердца и дать людям вот эти возможности. И еще, друзья, у нас на этой неделе продолжилось, вот на прошлой неделе было, то есть, да, и на этой неделе продолжилось плюс 50%, ребята, увеличение баллового оборота у, заметьте, у суперинтеллект-тренеров за продажу суперлицензии, то есть, да, за жжение, то есть, кто создает фаундеров сейчас, да, у того балловый оборот растет быстрее, а значит, растут ранги быстрее, а значит, растут доходы быстрее. Вот это почему даже выгодно быть, да, супер-диктейнером. Вот быстро становиться, то есть, да, уже на первом ранге становится супер. Вот умные, как вот мудрые, они сразу становятся супер-диктейнерами, правильно? Быстро выбирают и идут вперед. Конечно, кто-то присматривается, разгоняется, ребята, это нормально, это замечательно, ребята. Но я вам предлагаю быть умными, мудрыми, быстрыми и выигрывать, и побеждать сейчас. Хорошо? Потому что удачный момент, я всегда сейчас, ребята, говорю, сейчас, а не завтра. Или послезавтра, ребята. Всегда, то есть, да? Поэтому выбирайте, ребята, побеждайте, ребята, выбирайте всем сердцем быть, ребята, в авангарде, ребята. И что? Поехать в Дубай, потому что все фаундеры едут в Дубай, ребята, на закрытый тренинг, ребята, то есть, да, только Владимир Викторович Довгань будет проводить для фаундеров, кто подтвердил статус фаундера. Это будет просто колоссальное мероприятие. И вот вы все туда можете попасть и... Ребята, пообщаться с Владимиром Викторовичем Довганем даже. Представляете, это будет целый день, ребята, общения с Владимиром Довганем. Но еще это не все, друзья. Тот, кто зажигает два фаундера в первой линии, кто вот с 16 сентября начал зажигать уже фаундеров, ребята, и зажег два фаундера, эти интеллект-тренеры, то есть, да, эти интеллект-тренеры, то есть, будут, получат, ребята, эстафетную палочку от Владимира Довганя, которую он сам собственноручно делает. Она, ну, такая палочка красивая, то есть, да, это как сувенир вроде бы, да, но она несет очень колоссальную энергию. Это будет реликвия ваших команд, ребята. Лично, то есть, да, это реликвия ваших команд в музее будет потом стоять. И их будет немного, этих палочек. Это будет большая редкость. Друзья, это будет большая редкость, ребята, со временем, ребята, со временем. И поэтому, кто получает эту эстафетную палочку, он, ребята, сразу получает статус «Я личный ученик», ребята, личный ученик и наследник Суперджамп. Я лично эстафетную палочку получил от Владимира Довганя. Получил от Владимира Довганя. Круто звучит, да? И это будет рассказываться, будут фотографии висеть, как вы получаете эту эстафетную палочку в ваших музеях Суперджамп, да? Она будет стоять под стеклом, и люди будут наблюдать за этой палочкой, друзья. Друзья, я вам так даже скажу, все ценности, вроде бы такая небольшая деревянная палочка, да, вот запомните, все ценности, они не из золота сделаны, ребят, то есть не из бриллиантов, то есть самые главные ценности, даже чаша Граля, она из обыкновенного металла, то есть, да, которые все ищут, ищут, все сделано из простого, то есть дерево из чего-то, металл из простого, не ценного, заметьте. И вот представьте, как, ну, насколько ценно, насколько символично, и люди будут прям, ребят, ну, видеть, вот у тебя есть такая эстафетная палочка. Да ладно, это же круто, правильно, друзья? Поэтому не теряйте время зря, не теряйте время зря. Сегодня вот тот самый день сегодня, чтобы зажечь еще сердце, чтобы еще у вас появился в первой линии, ребята, фаундер, у кого помочь вашей команде, чтобы у вас еще фаундер родился, чтобы все ваши команды получили вот эти палочки, ребята. Разбирайте, успевайте, ребята, такого больше не будет, ребята, такой эстафетной палочки больше. Один раз, ребята, это шанс, это не получка, не аванс, ребята, не повторится, ребята, запомните, да, шанс, используйте этот шанс на 1000%. И, ребята, третий момент очень важный, почему важно сейчас становиться фаундером, ребята, да, и, ребята, не только больше зажигать фаундеров у себя в первой линии,
да, еще больше зажигает в первой линии, ребят, фаундеров. Это кто зажигает 3 фаундера в первой линии, попадает на интеллектуальные чаепития к Владимиру Довгуню и Петру Силкину, который пройдет тоже 2 февраля. Уже ближе к вечеру, после тренинга самого. То есть, да, что это такое интеллектуальное чаепитие? Там пройдет очень мощный тренинг. Очень мощный тренинг. Во-первых, там будем чай пить, действительно. То есть, да, то есть это будет стол. И представьте, у вас будет фотография, что вы за одним столом сидите с Петром Силкиным и с Владимиром Довганем. Да? Естественно, будет очень близкое, приватное общение. Фотографии, ребят. То есть, да, это будет большая редкость, ребята. И там получат, ребята, инструмент, потому что нам в будущем лидерам тоже будет, надо будет проводить такие же, думаю, выбираем тоже вот расти, ребят, да, проводить такие же интеллектуальные чаепития, ребят, и организовывать их. И это будет прям моторика, практика, а как это проводить? Вы получите, вот кто туда попадет, получит прям визуал, практику, прям вот, ребята, от мастера, как это делать. И перенять этот опыт колоссальный. Ну, еще и получить эти реликвии, фотографии, ребята, знания, колоссальную школу. 3 фаундера в первой линии, друзья. Успевайте, ребята, осталось уже меньше 2 месяца, ребята, до события. Ребята, кто сделает, ребята, 3 фаундера, ребята, в первой линии? Кто выбирает, ребята, попасть на это интеллектуальное чаепитие? Я уже туда попал. Мы все в равных условиях, друзья. Все топ-лидеры, ребята, в равных условиях. Точно так же они делают эти фаундеры, ребята. И там все просто, 8-й ранг, они все просто там обязаны быть. То есть, да? Правильно? То есть, да? Вот так, друзья. Поэтому действуйте, ребята, обгоняйте, догоняйте и обгоняйте, ребята, и попадайте вот в эту большую дружную семью лидеров, ребята. Лидеров, ребят. Запомните, лидеры – это те, кто, ребята, достигает каких-то результатов именно в материальном, ребята, да, аспекте. Уже, то есть, показывают реальные результаты. А результаты – это ваше мышление, это ваши действия. Как вы мыслите? Позволили вы себе сегодня это? Да? Своими действиями, победили свои страхи, свою лень. А? Вот в чем измеряется лидер. Запомните это, друзья, хорошо? Каждый день делайте то, что вам страшно, ребят. Думаете, мне не страшно бывает? Очень страшно бывает. Но когда мне страшно, я говорю, о, вот она зона роста. Вот оно, вот здесь надо вперед, шагай, иди вперед, вперед. И там, за этой зоной страха, ребята, зона роста. Территория роста, когда ты что-то делаешь, становишься фаундером, зажигаешь фаундер, ребята, то есть, да, выступаешь вот так вот, да, друзья, запускаешь свой суперджамп тренировку первую, да, тут зона роста, ребята, ну, вот сначала пройти надо вот эту зону страхов и зону лени, то есть, да, понимаете, то есть, пройти ее, то есть, да, победить это все в себе, вот это есть настоящее лидерство, да, не надо побеждать не кого-то там с кем-то соревноваться, с собой соревнуйтесь каждый день. Выигрывайте и побеждайте себя, друзья, каждый день. И вот сегодня, ребята, кто из вас, ребята, сегодня выбирает победить? Вот этого, ребята, маленького человечка, который боится внутри. Победить вот эту лень, ребята, то есть, да, ой-ой, у меня дела там и так далее. Победить и пойти и выиграть. Да, зажечь еще одно сердце, зажечь еще одного фаундера, создать еще в команде одного соратника, рассказать про нашу идею. Идею нашего великого дела, даже вот бизнес не поворачивается, сказать слово, мне как-то с Монголии, Горолма наша величайшая поправила, говорит, Роберт, мы не бизнесом занимаемся тут в Монголии, мы делаем великое дело. Я такой, да, я говорю, точно, Горолма, мы делаем точно, мы же делаем великое дело. Да, это же великое дело, делать людей счастливыми, да, гармоничными, успешными, да, великими. И действительно, мы, вот у нас сейчас появилась очень глубокая твердость, ребята, ну, большая твердость, ребята. Мы тренировками суперджамп развиваем, ребята, да, тренируем эмоциональный интеллект, что очень важно для каждого человека. Люди эмоционально, интеллектуально, которые безграмотные, то есть, да, вот нет этой грамотности, то есть, которые не стрессоустойчивы, не умеют наблюдать свои чувства, определять, в каком состоянии, он всегда совершает какие-то ошибки, он теряет энергию. И вот люди ментально образованные, ментально грамотные, которые умеют управлять эмоциями, чувствами, входят в состояние счастья, радости, энергии, чувствуют внутри себя гармонию. То есть, да, они умеют управлять этим миром, они чувствуют этот внутренний мир и чувствуют внешний мир, и чувствуют эту связь между внешним и внутренним миром, и умеют управлять этой связью. Вот это гармоничные люди. А это эмоциональный интеллект. То есть, да, и вот люди, которые такие вот появляются на планете Земля, чем больше таких людей будет на планете Земля, тем мы будем жить в совсем другом обществе. Да?
Такие люди будут, ребята, то есть создавать новые, интересную жизнь в своих семьях, в своих городах, в своих странах, ребята. Новую, интересную жизнь, гармоничную. Потому что только ментально образованные люди, да, могут создать гармонию в материальном мире. Правильно? Везде. Так, друзья, так давайте создавать вот это наше великое дело. Давайте продвигать наше это великое дело и создавать величайших, легендарных педагогов, наставников, менторов, да, те, кто зажигает сердца, действительно, и дает точки опоры, смыслы жизни, да, радость жизни, ребята, любовь, энергию, ребята, для того, чтобы, ребята, наша планета светилась солнышком ясным, ребята, всегда. Итак, друзья, рады сердца, поняли, да, что делать? Часы сверили, что делать на этой неделе, да? Осознали, ребята, да, что нужно? Зажигать сердца. А самое главное, зажечь сегодня фаундеры. Создать сегодня еще одного соратника. Дать возможность людям выгодно, быстро зайти, ребята, увеличить балловый оборот, ребята, в своей команде. Договорились? Итак, друзья, сегодня у нас вторник. А вторник — это самый лучший день для кого? Для фаундеров, ребята, для суперинтеллект-тренеров. И буквально через 5 минут состоится закрытая школа. Только для фаундеров Суперджамп, для суперинтеллект-тренеров. Школа высшего мастерства, которая проходит еженедельно. Для суперинтеллект-тренеров и фаундеров, ребята. То, вот, ребят, поэтому надо торопиться попадать туда. Почему? Потому что там идут колоссальные знания, структурированные. То есть опыт не просто, знаете, вот не просто там книжку прочитали там и так далее. Выступают, ребята, восьмые, интеллект-тренеры восьмые ранги и выше, ребят, то есть, да, наши величайшие. То есть, да, и там, знаете, вот выжимка будет, мудрость, да, практика, что вы можете прям перенять, да, если я говорю, возьмите у наставников, вот, ну, у наставников все самое лучшее и сделайте лучше. Взяли все самое лучшее и сделали лучше, то есть, да, еще лучей больше, еще больше света, еще больше фаундеров с вашей команды. Договорились, ребят, да, взять все самое лучшее и сделать лучше. И сегодня у нас для фаундеров Суперджамп будет давать школу Олег Бичурин, величайший педагог нашей планеты Земля, да, наставник, ментор. Честно скажу, я восхищаюсь и я счастлив, что у нас такие величайшие лидеры приходят, да, которые дают такие просто конкретные, четкие, структурированные, да, школы, ребят. Сейчас будет вот эта вот прям великая школа. Итак, друзья, всем быть прям через 5 минут. Ссылочка у нас пройдет сейчас по кабинетам, ребята, у всех интеллект-тренеров, супер-интеллект-тренеров в кабинетах. Хорошо? Все туда быстро. Ну что, родные сердца, ну а сейчас давайте, ребята, сделаем обратный отчет, ребята, нашу кричалочку и полетели зажигать сердца, ребята, да? Раз, два, три. Мы самые величайшие во все времена и первое место в мире. Наша судьба! И полетели к богатству, к счастью и к всеобщему человеческому процветанию! Полетели, родные сердца!